Всем привет! С вами Наталья из Big Apple School. И сегодня мы разберем отличия в употреблении настоящего простого времени Present Simple и настоящего продолженного времени Present Continuous. Let's do it! Present Simple, настоящее простое время, употребляется, когда говорят об общеизвестных фактах, регулярных или постоянных действиях. Например, He goes to school every day. I don't drink coffee. What do you do? В свою очередь, present continuous, настоящее продолженное время, употребляется, когда действие происходит в момент речи и находится в процессе. Например, He isn't going to school now. I'm not drinking coffee. What are you doing now? Необходимо отметить то, что существуют глаголы, которые не могут употребляться в present continuous. Они могут употребляться только в present simple. Это глаголы, передающие эмоциональное состояние, мышление, чувства, обладание, а также влияние и необходимость. Например, He is hungry. He wants to eat. I don't understand you. Do you know him? Yes, but I don't remember his name. Итак, мы рассмотрели отличия в употреблении present simple и present continuous. Надеюсь, что вы уловили разницу и теперь будете правильно употреблять эти времена. С вами была Наталья из Big Apple School. До встречи!